Тем более рез подходящий. Хоть мне уже и не нужно ее прокачивать, она уже полностью готова. Мне он-то, по сути, уже не нужно качать его. Прокачал. Так, советы немцы без французов, да? Окей. Хотя я люблю, когда французы играют, они там безбашенные лорейны носятся. Вот что он туда тыкать-то? Делать ему нечего. Так я надеюсь, что я доеду. И что никакая ружка меня там не перехватит. Они уже берут. Ну, мне нельзя останавливаться, даже невзирая на то, что там танк. Еще я потом просто сюда не доеду. Второй неудачный выстрел. Удачный выстрел. Там танк ехал. Здорово, Ниш. И там КТ где-то внизу был. Тут еще просто пассажир был. Так, вот он ей. Блин, его убили. Я заряжающего убил, и все, даже не казну. Серьезно? Атакуйте точку Б. Атакуйте точку С. Но это не серьезно. 250 миллиметров пробития не пробивает просто ИСа второго. Держу вас в курсе, пацаны. Держу вас в курсе. Ну, зенитки не имба в этой игре. Ни разу. Не знаю, что там. Нет, это Т-34. Здорово, шли. Я не знаю, что там, но там вроде убили танк. А вот что оттуда стреляло, я не понял. Не понял пока что. А вон оно. Внимание на карту. Там был Т-34-100.
Сейчас я совсем забыл, что этот фланг существует еще. Ата не наша. Они давно его взяли. Судя по всему. Там еще что резнулось, да? Хорошо. Не понял. Ну я боюсь просто, что нам теперь сзади приедут. Так-то ситуация не очень, на самом деле. Хреново, что у меня нет каморников, а есть только сплошные. Так, кружка и там ИС накритованный очень сильно, да? Надо что-то делать. Внимание на обозначенный сектор. Да, он мне не нужен. Зачем мне этот 29, когда у меня есть 34? Так, тут танк стоит где-то какой-то. Так, и что мы здесь в волшебном лесу сейчас увидим, интересно? Мне знать. Вон там танк стоит. Большая часть стратегических точек захвачена нами. Скилушечка, да? Евгений, здорово. Блин, ну 34-ка в топе это сильно на самом деле. На карте, где можно играть от рельефа, это очень жесткая тема. Вот дальше мне ехать сыкотно, если честно. Их народа еще много. Но респ они там, скорее всего, задавят сейчас наши. Ну или проходить где-то по центру. Ну и меня сейчас могут убить просто из волшебной рощи.
это труп. Это труп. Почему танковая боль? Я люблю получать танковое удовольствие. Внимание на карту. Нет, 34-ка хороший очень танк на своем уровне. Были по нему еще камерники, он был бы почти идеальным. Наверное. Как такое может быть? Видишь, просто вот, ну, такие танки. То есть здесь перезарядка 16 секунд, по сути, стоит мусорное ведро. А ты как бы не можешь с ним ничего сделать, потому что... Гладиолус. То, что он не хочет просто умирать с одного снаряда, понимаешь? Иногда. Еды там просто медалями осколки отбивая. Как-то так. Просто деды медалями осколки отбивают. Так, ну стрим начался хорошо, с десяточки, друзья. Я считаю, что это нормально. Ну, там я не знаю уже что-то. Я возвращаться не буду. Сами там смотрите, вас там много. Опаньки. Нормасик, да? 11-й, дедушка. Что еще, тачулечку возьмем. Там он до 6-го кто-то убивает, ну? Еще и поможем. Нет, он проехал. Не успел. Ну, вы видите, так, такой мусоровоз просто выживает после попадания здоровенного просто елдака. Как вам такое, друзья? А, ну, это вообще законно, я считаю, абсолютно. Как бы здесь проблем никаких к игре нет, претензий. Здесь просто стример криво стреляет. Абсолютно. Просто стример криво стреляет, пацаны, понимаете? Поэтому 250 мм елдак, 120-мм, он как бы не-не. Почему я его не пробиваю? Блин, его убили. Должен был быть мой 13-й фраг. Ну, я должен был пробить его с пулемета, я честно говорю. Я с этого пулемета ПТ-76 просто разрывается. Воп. С этих пулеметов. Но почему-то игра мне решила не давать 13-й фраг. РПУ, пацаны, РПУ. Серьезно. Рикошет от этого самого... как его? От пазика. Это 100% РПУ.
Ладно, 13 мне все-таки дали. Но это мог быть 14 фраг просто. Это мог быть 14. Дальность не та, да. Я понял. Ладно, 14. Но это, по-моему, лучшие бои можно, пацаны, закидывать. Там еще что-то мусоровоз какой-то резнулся. No base rep, no base rep, пацаны, no. Есть тут еще добровольцы резнуться? Я пришел фраг бы вывесить. Есть желание. Conqueror Blade? Не, не пробовал. Да и желания нету. Это, по-моему, очередная игра от мыла, по-моему, да? Нет, спасибо. Я воздержусь как-нибудь. Мне хватило проектов Архейджей, всяких там проектов армат. Я более чем наелся. Спасибо. Ну, Т-34 в топе, на хорошей карте, на хорошей позиции может просто убивать всю команду противника.